Я не так давно беседовал с вашим коллегой, с Шияном, который как раз работает с мехами, с крокодилами и с прочим. А вы с чем работаете сейчас? Я, как правило, с тканями, с мехом я работаю очень легко и много. И если говорить о мехе как материале, он прекрасен, он шикарен. И я один раз, конечно, получил кассету от одной голливудской звезды, которая просила меня не использовать больше мех. От кого именно? Там же многие по этому поводу. Нет, если не помните, то... Я, честно, даже уже не помню, потому что понятно, что это такие промо-ролики, которые мало имеют отношения... А то есть это не адресная была прям Чепурину конкретно? Нет, это была такая рассылка. Тогда еще, помню, были кассеты ВХС, и я пришел домой. Это где-то 90-е годы, да, наверное? Да. Но эта тема, она очень сложная, очень относительно гуманная. Мы все должны тогда многое забыть, изменить вообще жизнь человечества и жизнь на этой планете. И не думаю, что это верно. Понятно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».